стране. Наши за границей отдыхают налегке. Приезжие красотки в мегаполисе живут. Фору городским они с легкостью дадут. Из города девчонка замужем в плену. Сразу после свадьбы обрела она семью. А это наша Рашка, уважаемый Нагет. Решает все вопросы, всякий-сякий тагет. А в районном центре сидит добрый судья. Он своих сородичей не бросит никогда. Родственные узы связали на века. Снова из аула привезут нас в карта. Веселая страна, мое сердце с тобою навсегда. Это песня для тебя, любимая моя кизопадия. А это наши Кудалар. Одни хотят пригласить на день рождения внучки Баскова и Монсеррат Кабалье с оркестром, а другие Бахыджана и Мируэрт с Ямахой. Значит, Абике, договорились, в июле полетим в Европу, так сказать, в Барселоне отдохнем. Ну и заодно футбол посмотрим. Ну хорошо. Чартер возьмем. А чё мы как бедные люди? Давайте на моем самолете полетим. Конечно, зачем позориться? Да я просто пошутил так. А насчет контракта я подумаю, чем помочь. Вопрос-то непростой. Конечно. А где же там уже горячее? Давайте быстрее, пожалуйста. А мы сначала к вам домой заехали, а там сказали, что вы здесь. Ну и мы быстренько сюда хотели вам сюрприз сделать. А что, хороший сюрприз получился, а? А то постоянно звоним как не родным. Мы хотели приехать, вот предупреждаем. Это как-то не по-казахски, Худалар. А, да. Значит, это ваш Худалар? Да. Познакомьтесь, это наш уважаемый гость Абеке. У тебя лицо какое-то знакомое? У вас. А? Не, не у меня, у него. На кого же он похож? Подожди, сейчас угадаю. Тракторист Джанатбек! Точно, один в один! А как там у вас в ауле дела? Все хорошо? Ой, все отлично! Представляете, у нас кто-то в ауле навоз украл. 1,5 тонны! Такой хороший, качественный навоз был. Год копили. Вы куда, приболели? Надо было ему кырыкмай привезти. Я как раз взяла с собой. От всех болезней помогает. Не то, что эти ваши импортные лекарства. Какой запах. Извините, наши Худалар просто из аула приехали. Я так и понял. А вы, Абеке, сами чем занимаетесь? Ой, я прям не могу, прям один в один Джанатбек. Абеке, он инвестициями занимается. Что говорит? Не знаю, там какими-то пи***ками занимается. Ой, бай, я тай. Значит, нормальную работу не нашли. Да, с этим сейчас сложно. А как ваша Ташка? Ой, наша Ташка из поезда вышел за сушняком. Увидел какую-то продавщицу и остался. Говорит, влюбился. На обратном пути его заберем. Понятно. Он такой албасты. А вы, Джанатбек, то есть Абеке, сами откуда будете? Ну, я отсюда. Ну, вообще, я родился в Моюкуме. Да вы что? Да я там все детство провел. Да? Никогда не забуду свой аул. Надоело мне все это. Европа, Бали, Шмали. Хочу в аул. Ай, молодец, Абеке. Правильно. А случайно вы Казахарта хумус не привезли? Ай, обижаете, Абеке. Мы нашим Худалар всегда привозим и хамаз, и мясо, и карта там. Вот. Везет вам? Да мы и вам можем привозить, не проблема. А давайте вместо Европы в июле съездим ко мне в аул. Конечно. Я и сам хотел это предложить. А, моем хум говорите? Так наш тракторист Джанатбек же оттуда. Джанатбек? Да. Чишкинбар? Да.
Это же мой родственник. Не зря говорят, все казахи родственники. А вы что своих кудалар прекрасных от меня прячете? Считай-то контракт подписан. У меня тост. Ой, прямой, ой, прямой. Здравствуйте, мы ведем запись с очередного собрания официального центра реабилитации Килинок поселка Жюгеры. Наше собрание проводится тайно, поэтому о них никто не должен знать. Сегодня мои уехали Кудалар в соседний поселок Кульбаршын, поэтому мы находимся в полной безопасности. А я напоминаю, что двери нашего центра всегда открыты для всех килинок, поэтому если у вас есть чем поделиться, рассказать про свою тяжелую жизнь, вы всегда можете приходить к нам. Ну что ж, давайте, уважаемые килинки, девочки, начнем. И сегодня у нас есть наша новая сестра Бибинур. Прошу, расскажи свою историю, сестра. Здрасте. Меня зовут Бибинур, и... Я килинка. Продолжай. Раньше я с родителями жила в Дубае. Ай, Дубай. Помните, я рассказывала, да, что в Дубае должна была жить? Ой, прости, продолжай. А потом мы приехали в Алматы к моей опашке. Она увидела на мне джинсы рваные, Дольче & Габбана. Увидела цвет моих волос, они у меня раньше розовые были. Услышала, как я говорю на казахском языке, и сказала... Булкызда улгажи беру керек. Тогда я не понимала смысл этих слов. Если бы я знала, что мне просто нужно бежать. И вот я здесь. Отец договорился с Чебаном, заплатил ему 20 тысяч тенге, и они поженили нас. Все будет хорошо, сестра. Я домой хочу. Я тоже хочу домой. Миндибарн бередиба. Ну все, все, девочки, успокойтесь. Не то, как в прошлый раз, будем до часу ночи плакать. Это Бузау. Все нормально. Уф. А мы продолжаем наше собрание. И сейчас слово предоставим нашей новой сестре Алене. Алтынай. Ах, да, простите, Алтынай – это ее... Новое имя. Мен ауылға осыдан 2 жыл бұрын Ресейдің астанасы Мәскеуден келдім. Басында келгенде мен де қиналатынмын. Қатты қиналатынмын. Ата-анамды сағындым. Сосын енем мені үйрете бастады. Ет асатып, қамыр жайып, бауырсақ пісіруді үйреніп алдым. Мына бақша қазып, мен де картоп, помидор егуді біліп алдым. Қоран тазалап, малға қарай бастадым. Құда жекжаттарымыз бен таныстым. Ағайын туыс келгенде мен бар ғой, мен де қуанышымда шек жоқ. Бәріміз дастархан басында жиналамыз. Кәдімгідей әңгіме дүкен құрамыз, ән саламыз. Менің енем нағыз әнші. Ал атам ол жүрек тебірентер күйлерді орындаудың хас шебері. Мен өзімді қазір басқа жерде елестете алмаймын. Әрине, төркінгі бармағаным үшін атаным маған ренжейді. Бірақ осы үйдің табалдырын аттағалы, менің үйім де, менің отбасым да осында деп, мен атаныма кесіп айттым. Болды, менің үйім осында дедім. Что она говорит? Не дейді маған? Так, походу, ее больше лучше сюда не звать. Наше собрание закончилось. А это наш старый знакомый Маке, который может улететь в командировку, заболеть, уйти в армию, когда к нему приходят родственники. Итак, уважаемые сотрудники нашей компании КАЗ «Нефтехим», «Рис», «Промыш», «Рыб», «Асфальт», «Щебенка», «Цемент», «Семечки», мы вынуждены сообщить о том, что наступил
финансовый экономический кризис, поэтому нам нужно сократить наши расходы путем сокращения штата компании. Ну ага. Что, ну ага? Будешь так говорить, я тебя первым уволю, понял? Да, извините. Иди давай, молчи. Так, ты у нас кто? Я парковщик. Ха! Вот зачем нам парковщика, ё-моё? Чё, мы сами не умеем парковаться, ёлки-палки? Чё, мы бабы, что ли? Сколько у тебя зарплата? 50 тысяч. Ещё и парковщик, олигарх, нифига себе. У него зарплата, как у меня. Только тенге. Всё, давай, уволен. Иди. Иди, говорю. Так, продолжаем. Ты у нас кто? Я ваш племянник. Я твою должность спрашиваю вообще-то. А, я этот, директор департамента мебели. Короче, я смотрю, что в офисе никто мебель не царапал. Ой, молодец, вот это нужная должность. Все, ты остаешься. Ну ага, вон у нас парковщик работает со дня основания компании, а ваш племянник... Так, все, ты замолчи, понял? Замолчи, я тебе сказал. Будешь встревать, я тебе сразу уволю. А на твое место другого кого-нибудь возьму. Так, вы у нас охранник, да? Да. Сколько зарплата? 70 тысяч. Давай, братуха, сделаем так. Мы тебе будем платить 50 тысяч, и ты остаешься, хорошо? Хорошо. Парковать машину умеешь? Ну а что парковать их там? Видите? Одним выстрелом двух зайцев убил. Продолжаем. Вы у нас... Я департамент растений, вы сказали. А, да-да-да, департамент растений в этом месяце очень хорошо работал. Все растения довольны и очень красивые. Особенно кактус, да. Поэтому все, вы остаетесь, все хорошо. Ну ага, так нечестно. Вы ее не уволили только потому, что она красивая? А по-твоему, я виноват, что парковщик некрасивый, а она красивая? Ну у нас же не конкурс красоты, а компания по бизнесу. Тихо, я тебе сказал. Тихо! Ты меня достал вообще-то. Все, иди, уволен. Ага. Иди, говорю. Быстро. Быстрее иди. Ага, я с вами 5 лет отработал. И что? Иди, говорю, быстро. Ага, у меня кредит. Иди. Кредит. Иди. Так, продолжаем. Ты теперь будешь моим помощником. Не буду я. Почему? Да нафиг мне это надо? Все ваши наезды и оскорбления слушать. А ты кто такой? Я вообще электрик. Меня вызвали вам тут лампочку поменять. Так иди поменяй лампочку и догони моего помощника. Скажи, что я пошутил. Хорошо. И зарплату ему сократил. Ха-ха, иди быстро. Так, ты водитель. Я водитель. А как вы будете ночью по пятницам из караоке ездить домой? А, да, точно. Ну хорошо, тебя оставляем, но зарплату сокращаем, потому что ты плохо ездишь. Но будешь говорить, если бы ты на карете ездил бы, понял? Все, молчи. Так, секретарша тоже уволена. Ой. За что? Вот я хочу чаю, а его нету. Но вы же не просили. Надо было самой догадаться. Ладно, пока поработай, потом посмотрим. Ай, идите работайте, завтра поговорим еще. А вас я... Иди, так... Чем бы заняться, бухгалтерией или растениями, а? Ой, ё-моё. Ладно, все свободны, а вы, пожалуйста, останьтесь. Нам нужно обсудить зеленый мир нашей планеты. Да. Вот. В общем. Это семья Айдарбековых и их старые друзья, которые копят все деньги, чтобы один раз съездить на отдых за границу и встретить там своих соотечественников. Ха! И что ты напялил на себе этот костюм, а? Ты же плавать не умеешь. Да неудобно просто было. Пусть все думают, что я умею плавать. Если б я знала до замужества, что ты такой. Какой? Вот нафига ты школу на золотую медаль закончил? Если меньше всех своих одноклассников зарабатываешь, а? Даже этот двойщик Тептергенов больше тебя зарабатывает. Между прочим, на Лексусе ездит. Да не могу я воровать. Ха. Сколько зарабатываю, столько зарабатываю. Все умеют, а один он не умеет воровать. Не буду воровать. Да что ты украдешь в своем магазине сантехники, а? Унитаз? Раковину? Говорила мне мама. Ой, хочешь? Че хочешь? Хочешь, Все. Из-за тебя у меня голова болеет. Иди плавай, что ты? Плавай! И что ты так смотрел на эту официантку, а? Как что? Она же мне сдачу не вернула. Не ври мне давай! Ты, наверное, хотел ей встречу назначить, да? Ты что с Жаном? Какая встреча? Смотри у меня. Думаешь, я тупая? Я ей все волосы выдеру и тебе все лицо расцарапаю, понял? О, вон, смотри, твои друзья сидят. Блин, снова эти казахи запарили уже. Ладно, пойдем поздороваемся.
Опять эти казахи идут. Ой, здрасте, здрасте. А как дела? Как отдыхаете? Ой, все хорошо. Вот решили покупаться. А мы тоже здесь с утра плаваем, плаваем. Ой, а давайте проверим, чей муж лучше плавает, мой или ваш? Я не могу. Что значит не могу? Ты же вон уже оделся. А что? Хорошая идея? У меня это, нога болит. Ой, я так и знала. А у меня тоже нога болит. Да что ты говоришь? А глаза у тебя не болят? Ходишь, смотришь на всяких. Ой, на кого? Да, это так. Ладно, нам пора, мы в торговый центр собрались. Нам прислуги нужно подарки взять. Да? Подарки, прислуги? Там говорят, ювелирка хорошая есть. А мы свои прислуги уже купили подарки, даже всем купили айфоны 5-е, золотые. Ладно, пошли давай. До свидания, Саболонис. До свидания, курица. Что? Я говорю, курица вкусная на обед. Попробуйте. Пока-пока. Зачем она хотела, чтобы вы соревновались? Может, она хотела денег заработать? Не знаю, я вообще плавать не умею. Что? Ничего. Ты зачем меня подставить хотела? А что, будет стимул научиться, понял, неудачник? Позорник. Даже плавать не умеет. Слышал? Ювелирку прислуги. Наворовали бабок. Я торжок вообще. Иди плавай, человек-амфибия. Иди, говорю. Трунгараш? Сволочь. Иди, говорю. Любимая моя, ты западья. А это судья районного центра Шамширак Алтай Базарович, на которого никто не обижается, потому что он еще никогда никого не обижал. Особенно своих родственников и знакомых. Так, все, все, все. Все, спасибо, садитесь. Так, я Прикош, а ты что здесь делаешь? С детства мне говорил, возьмите меня на работу, возьмите, а теперь сегодня сам пришел. Салам алейкум, Алтай Базарович. А? Саламатсыз ба, құрметті сот төрағасы. Я не понял, Толик, ты что, перепил, что ли? Алтайға, просто из города приказ пришел, чтобы все судебные заседания проводились на казахском. Сегодня же день государственного языка. А, да? Ага. У тебя дурус-дурус, саламатсыз ба, в общем, калгалай. Ну все, в принципе, по-казахски поговорили, и дальше, как обычно, на русском будем проводить. Просто сегодня присутствует представитель комиссии по контролю государственного языка. А, да? Саламатсыз ба? Оте, оте, конечно, дурус. Бүгін казахча, біздің заседаниямызды проводить етеміз, в общем. Как обычно, күнде мы это делать етеміз. Алеке, это... Мы вам примерный текст подготовили на казахском. Ой, какой текст? Ты что, мен өзім чисто казахша говорить етемін, если честно. Вот. Итак, давайте бастаймыз, да? О, бастаймыз, точно. И этот, в общем, прокурор, давайте протокол зачитайте етемін себе. С номер 283. Конституция қылмыстық кодексінің 34-ші бабы жеке меншікке қарсы қылмыс. Аталған баптың 4-ші тармағына сәйкес сотталушы күдікті Айжарық Базаматты 4 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айыруыңызды сұраймын. Так, подожди, стоп. Ну ты что говоришь, а, Джако, елки-палки. Перед людьми неудобно гой. Кишерите, пожалуйста, комиссия, я. Какие бабы, какой айру, ты что, елки-палки, ты что говоришь, блин? Күдікті сотталушы Айжарықов. Біздің ауылдың тұрғыны Бекбергеновтың жеке меншік ұялы телефонын зорлықпен тартып алуға тырысты. Бекбергенов арыз жазып, істі сотқа жіберуге өтініш білдірді. Подожди, что за сотка, ты говоришь? Я не понимаю, блин. Сотка, что ли, какая-то?
Ой, кешерите, просто ол сам не знает, что говорить и теда. Мумкун ол болеть и теда, в общем. Жабрленуши Бекбергеновтың арызында солай жазылған. Как? Жабрленуши. Что это, жабрленуши? Потерпевший. А, да, я думал, космонавт. Или диетолог, я думаю. Джабрленуши. Да я шучу, я знаю, что это потерпевший. Итак, Джабрленучу, да, говорит, да, что вот, да. А подсудимый Соталуши, он, короче, говорит, что этого не делал, в общем, да. Я думаю, что ситуация вот простой, как говорится, Барьякович Аспан. И, в общем, что еще добавлять и демон. Короче, Соталучи по городу идет, ой, ауда кележатор. И спросите Тендиген, конча сагат болды у Джибрдинучи. Джибрдинучи, он говорит, то сагатчок, и что-то взял и начал шингировать, в общем, на всю улицу. И полиция с чакрады, понимаете, да? Вот, окей. И давайте послушаем, что скажет сам Джибрдинучи. Ну-ка. Он на меня напал. Телефон хотел отобрать. Кирпичом угрожал мне. Видите, то есть координация, да? В Гун Казахча мы проводим заседание, поэтому мен вообще ничего не понимаю. У Расчам я не понимаю, поэтому протокол ГА вносите пенос, да, ничего не понятно. Итак, Соталучу, что вы скажете? Чай сам сурайндегем надо мне. А, видите, бяры понятно, сагат сурайндегем, как я и говорил. Молодец, да. Жазы койндер сагат сурайндегем, а много паникер, в общем, попутать это, да. Понимаете, да? Вот. Что вы скажете, уважаемая комиссия Уколай, нормально все, да, там? Бугун, все хорошо, вот ты. Мне очень понравится и ты все. А то ходите темен, паска заседания ларга. Брагишки не понимать пимен. А вы, асендер, молодцы. О, сразу видно, бездум человек, да? Молодец, да-да-да. Вот. И в конце, что мне сказать, и пимен, я толык бакыт учун. Жаралган намыстан, как Роман Калыкпыс, в общем, друзья, достар. Поэтому давайте бул дебоны закрывать и темы с жабых, понимаете, да? И казыр барып жанағы мейрамханада тойлет. Почему я когда говорю, президентом всегда хорошо получается? Все понятно, да? В общем, давайте бәріміз барайкетк. Алеке, менде барынч? Бармайсын. Барынч, пожалуйста. На чистом казахском тебе говорю. Бармайсын. Все, давай, Толик, жиналыңдар. Новые герои появляются в стране. Наши за границей отдыхают налегке. Приезжие красотки в мегаполисе живут. Фору городским они с легкостью дадут. Из города девчонка замужем в плену. Сразу после свадьбы обрела она семью. А это наша Рашка, уважаемый Набек. Решает все вопросы, всяких побег. А в районном центре сидит добрый судья. Он своих сородичей не бросит никогда. Родственные узы связали на века. Снова из аула привезут Казахстан.